У меня есть котик. Вот, это девочка. Называет, да, ее зовут Зефирка. Тут написано Зефирка. Да, и мы с ней гуляем. Сейчас покажу, как мы с ней гуляем. Никогда не обращайте внимания на то, кто вам что скажет. Ой, мол, такая взрослая, играет с игрушечными котиками, с собачками, там еще с чем-то. Но если она меня успокаивает, если я ее беру в руки, либо мы с ней гуляем, я такая спокойная и счастливая. Почему бы нет? Если делайте то, что вам нравится, не обращайте внимания ни на кого. Ой, а почему на так, а почему так? Да у каждого своя жизнь. Я уже не в том возрасте, чтобы думать о том, что обо мне подумают. Пусть другие думают о том, что о них подумаю я. Не думайте, не сдерживайте себя, никакие ваши порывы. Не надо, потому что это, когда вы себе подавляете то, что вы хотите сделать, вы уничтожаете в себе личность. Не бойтесь показаться смешной, глупой, странной. Не бойтесь. Главное, чтобы вы были от этого счастливы. С вами была я, ваша Наташа.